Я просто ютубер от бога. Я уже слопала одну тефтелю. И поняла, что у меня не работает камера. Ну, продолжим уже в вашей компании. Запах Crystal. Это что-то неземное. Я все никак не могу к нему привыкнуть, потому что он каждый раз меня очаровывается вновь и вновь. Слушайте, отличный вариант с пастой. Глина не залипает вообще. Как хорошо, что в доме есть дети. Спонсор. Питья мои сыновья. Иди сюда, малыш. Ну ладно.
Это этот эксперимент можно назвать удавшимся, потому что что мне нравится в глинах, так это вот их консистенция. В данном случае благодаря пасте, возможно, потому что она еще была недоварена. Как вариант, вот эта вот неприятность для меня полностью была компенсирована. Поэтому я говорю, да, этот эксперимент меня порадовал. Я смогла оценить божественно, не повторюсь, не боюсь повториться. Кристалл, вкус, запах, и меня не толкнула вот эта вот вязкость. Так что, кто, глядя на меня, захочет последовать моему примеру, будет интересно знать, получился ли у вас удачный тандем пасты и глины. Пишите в комментариях, кто осмелится.